Всем доброе время суток. Сегодня приехал в поле. Раньше, 2 года назад, данное поле было засеяно зерновыми. Теперь его заклеверили. И когда чистили от соломы поле, часть соломы была брошена на окраине поля. Сегодня ветрище, конечно, сильное. Но я вам покажу, что я собираюсь сделать вот с этой полусгнилой соломой. Делать я буду с ней следующее. Раскидаю на картофельное поле. Все раскидали. Осталось только сейчас скосить горчицу и фацелью и все перепахать. А вот и едет сосед. Что-то резко все кругом заволокло облаками. Того и смотри, пойдет дождь. Сейчас солому будем с соседом запахивать. В деревне без техники никак. Решил в этом году он по-другому меня пахать. Хорошо, когда с соседями хороших отношений. Ты им помогаешь в чем-то тебе они помогают. Вот так и выживаем в российской глубинке. Мы сейчас запашем под зиму солому, весне она как раз и уже перегорит к тому моменту, и повысим, а то почва у нас скудная, и самое-то плохое то, что весной и летом после дождя данная земля превращается сразу в асфальтобетон, и когда вот солому запахиваешь, земля более-менее становится рыхлая. Вот ради этого весь геморрой, на что я заморачиваюсь. Где, конечно, песчаники, но в принципе органика для земли гораздо лучше, чем китайская химия. Там, правда, растет все очень быстро. Но не факт, что все то, что дешевое, все есть хорошо. Придется часть то, что сэкономили на китайских дешевых продуктах, отдать русским докторам, чтобы вас вылечили опять-таки западными или иностранными лекарствами. Горчицу я, кстати, тоже скосил и тоже запахиваю вместе с соломой. Чудным образом до весны она вся и перегорит под землей. Ну, 82-й, да, у него бодрее пашет.